такая вот чернота, вот это вот, вот эта чернота есть на ушках, да. Эту черноту никаким шампунем никогда не смоешь. Но эту черноту можно убрать с помощью средства для ушей. Это пыль, которая, поскольку здесь сильно много сальных желез, это мелкая пыль, которая туда впитывается. Вот так вот прям протирать ушки. Если это делать на регулярной основе дома, я одно время делала, практически все ушло, вот только грязи. Они прям, если их потрогать, эти уши, они прям будут такими липкими. Это, конечно, не сильный трэш еще, потому что дома я все-таки протираю. Удаляем из ушек шерсточку. Всегда ваткой, палочкой прохожусь. Проверяю, попала ли вода в ухо. Вижу, что она не попала. Соответственно, сейчас я уберу эту шерсть. Почему мы убираем эту шерсть? Потому что на этой шерсти вся грязь. Возьму на палочку средство. Аккуратненько, не прижимая палочку. Аккуратненько. Не жалею средства абсолютно. Я не экономлю никогда на косметике. Считаю, что на этом экономить нельзя. Поэтому я беру максимально всегда все. Почему рекомендую работать со средством после того, как выщипать шерсточку из ушек? Потому что, когда мы выщипываем шерсточку из ушей, там образуются маленькие раночки, ну, как вот девушки брови выщипывают. А с помощью этого средства мы их как бы дезинфицируем и убираем раздражение, ну, максимально, насколько это можно. Вот наше ушко готово. Когда работаем с таким пинцетом, стараемся очень аккуратно им работать, чтобы не ущипнуть собаку, но такое бывает, это как бы собака дернулась. Стараемся брать возле корня максимально, тогда собачке не так будет больно. Вот ушко, так сказать, не почищенное, а вот ушко почищенное. Но если это регулярно делать, то эта грязь будет уходить.